Всем здравствуйте. Всем доброго утра, доброго дня, доброго вечера. У меня утро. Доброе бразильское утро. Плюс 30. Сегодня я хочу посмотреть маленький такой раскладик. Лунные сутки соответствуют какой чакре, да? То есть и какая чакра очень хорошо поддастся для трансформации, для улучшения. Это вторая чакра, да, то есть вторая чакра сегодня максимально податлива на любой ремонт, да, на любую трансформацию. Сегодня прям сила в ваших руках, да, управлять своей жизнью. И вы можете это сделать, особенно у тех, у кого есть такие проблемки, да, со второй чакрой, то есть проблемы по-мужски, по-женски и с деньгами, да. Очень хорошо сегодня можно все подправить. Поэтому не упускайте время, не упускайте время. Берем и делаем. Все.